Воды-то нету дома, напор слабый, зато там льется у нас 1,5 года. В квартирах вода еле течет, а неподалеку масштабный прорыв, жалуются жители. Говорят, 2-й год затапливают частные постройки и огороды. Да так, что и пройти уже невозможно. Эта проблема у нас длится уже 1,5 года. Ни до кого не можем достучиться. Звоним, обещают делать, и уже 1,5 года ничего не делают. Приедут, посмотрят, уезжают, все, сделаем, и до сих пор все делают. Все уже у нас плавает в воде, погреба полные, до 3-го этажа не доходит вода, люди руками стирают. Ну сколько это можно терпеть? По словам жильцов, с этой проблемой они уже неоднократно обращались в различные инстанции. Коммунальщики приезжают, оценивают масштаб проблемы, обещают все исправить. Только время идет, и ничего не меняется. Приедут, смотрят, поворачиваются, уходят. То им это мешает, то мы сделаем, то это... Вот сейчас мы последнее время звоним. Не начались еще эти земельные работы. Вот земельные начнутся работы, приедут, делают. Но это сколько можно? 1,5 года. В прошлом году в марте месяце начали здесь всю зиму. Огород затопило. Я не знаю, какая причина. За воду платим. А за воду платим каждый год, повышает нам... За воду. А здесь тоннами льется вода. Жители просят ответственные службы серьезнее отнестись к своим обязанностям и решить проблему. Ексир Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ.